Сате. Слушаю. Ну-ка, полей. Сейчас. Как вам спалось? Спасибо, доченька. Хорошо. Ой, мамочка, до сих пор вся махаля про нашу свадьбу говорит. Вы знаете, мамочка, радуются люди за вас. Молодец, Фарман Биби, последнего сына женила. Шутка ли седьмую невестку в дом привезти? Так хвалят, так хвалят. Ну, просто душа радуется. Что еще скажешь? Мама, Махкам опять всю ночь с женой скандалили до самого утра. А почему я ничего не слышала? Мамочка, так ведь они шепотом ругались. Угу. Шепотом говоришь, а ты все услышала. Ну, вы же меня знаете. Да. Эх ты. Принеси мне чай. Сейчас, мамочка, я сейчас. Доброе утро, мамочка. Как вам спалось? Спасибо, хорошо. Здравствуйте, мама. Здравствуй. Доброе утро, мама. Доброе утро. С добрым утром, мамочка. Доброе утро, доченька. Сате. Да, мамочка. Я не вижу что-то новенькую невестку. Мамочка, она еще сладко спит. Любовь у них ведь только начинается. Вы же все знаете. Все. Долгой вам супружеской жизни. Долгой вам жизни. Новая невестка, тише воды, ниже травы. Три дня в нашем доме, а голоса ее мы еще не слышали. Когда же среди нас смелый человек появится? Конечно, хотелось бы. Да. О чем вы тут говорите, а? Здравствуйте, мамочка. Здравствуй. Долгой тебе жизни, доченька. Проходи, садись. Умница.
Спасибо твоим родителям. Хорошо тебя воспитали. И себе налей. Я мужа подожду. Я тоже в твоем возрасте была такая же послушная. Но жизнь, она меняет людей. Поздно встаете, постыдились бы. Зато некоторые рано выключают свет, а встают позже всех. Хаким, вот ты у нас врач. Ну? Ну, будь добр, объясни нам, пожалуйста, почему это наш Тухта в последнее время, вот я за ним наблюдаю, тает на глазах, но прямо как свеча. Придирается к каждому пустяку. Скажешь слово, бросается. А что я вам такого сказал? Видали? Ярко выраженная неврастения. А что, ничего особенного у человека... Медовый месяц. А у тебя такой жалкий вид. Точно. Эй, прекратите базар. Чего вы к нему привязались? Хорошо. Не волнуйся, Мара. Не будем. Чего возишься? Не могла быстрее принести. Ты с каждым днем все хорошеешь, женушка. Прекрати. Кому говорят? Иди одевайся. Все одевайтесь. Это сокровище мое. Невестушка, а ты любишь детей? Я люблю. Но когда их так много, голова идет кругом. Ничего, привыкнешь. Соте. Слушаю, мамочка. Полей мне. Доброе утро. Как вам спалось? Спасибо, спасибо. Сегодня. Хорошо. Ты что? Ой, мама, вы посмотрите. Какой ужас. Не вижу, кто это. Это же наша, новенькая. Чтоб тебе провалиться. Эй, остановись. Остановись, тебе говорят. Сейчас, мама, еще 5 минут осталось. Остановись, тебе говорят. Да. Ты сошла с ума, бесовка. Хочешь осквернить мой дом? Зови всех. Да. Пусть полюбуется на эту ногу и бесстыдницу, которая позорит мой дом. Если вы спали, то просыпайтесь. Если проснулись, то идите сюда. Смотрите. Быстрее. Что случилось? В чем дело, мама? Иди сюда. Что такое, мама? Идите сюда. Что? Воры? А где они? Люди! Осторожнее! Люди, вы посмотрите на эту бессовестную! Идем! Полный двор мужчин, а она крутит бедрами! Бедрами! Вы куда смотрите? Отвернитесь! Обратно! Бесстыдники! Где ее муж? Позови его! Сейчас позову! Ну, отвернись быстро! Смотри у меня! Из-за нашей свадьбы я перестала тренироваться. Не делаю зарядку. Зарядку, говоришь? Я такую тебе покажу зарядку. Иди, иди. Посмотри, что вытворяет твоя жена. Ты на ком женился?
Кого ты привел в мой дом, ты можешь мне сказать? Она, мама, гимнастка. Она в таком виде выступает на соревнованиях. Соревнований? Там она может заниматься в чем угодно. А у себя я этого не потерплю. Что ты? Да. Закрой ее чем-нибудь, чтобы мои глаза больше не видели этого безобразия. Сейчас. Ой! Ой! Она меня укусила! Что, ей дома мяса не давали, что ли? Только попробуй до меня еще раз дотронуться. Я тебе всю руку откушу. Неужели ты не могла немного потерпеть с этой проклятой зарядкой? Договорились ведь? Мы договаривались с тобой на 3 дня, а сегодня уже 4-й. И потом. Платком я больше не буду закрываться. Все. По-моему, зубки у нее острые. Ну, о такой мы и мечтали. Да. Что зубы против камня? Когда я пришла в этот дом, у меня тоже были зубы. Хорошо, что вы не забыли этого. Стой. А ну, вернись. Скажи мне, кто я тебе? Мама. Угу. А она? Жена. Очень хорошо. Так вот, выслушай меня и запомни на всю свою жизнь. Сначала мать, потом жена. Mm-hmm. Жену можно себе найти, а мать у тебя одна. Правильно. В этом доме последнее слово мое. Верно? Верно я говорю? И так должно быть всегда. Да здравствует наша мама и наши жены. Жены? Салюта не получилось, дорогой братец. Видно, порох у тебя отсырел. Ну, невестушка, а теперь я покажу тебе, как надо торговаться. А я знаю. Меня мама научила. Ой, лучше нашей мамочки тебя никто не научит. Арман! Сати! Открывайте свою крепость. Это я, Устабаки, пришел. Обувь вашу принес. Что с ними случилось? Пойду попробую пройти через другой вход. И дверь открыта. Кто-нибудь есть? Я спрашиваю, дома кто-нибудь есть? Склероз проклятый. Они же должны были детей в лагерь отправить. Кричи, кричи. Хозяйки дома нет, так ты думаешь, можно драть горло, сколько тебе вздумается. Да. О, Господи. Что за чертовщина? А, це Зухри, моего дяди. Ох, ты сорванец. Ты кого хотел напугать? Не родился еще тот человек, которого бы я боялся? А бабушку мою?
Она пришла. Ой, вы меня не видели. Ладно, договорились. Ладно, иди. Фу, тяжело. Жарко. Баки, как ты попал сюда? Очень просто. Перелез через забор. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. В следующий раз вместе с нами пойдут на базар наши мужья. И пусть они потаскают эти тяжелые сумки. Надо же. Запомни раз и навсегда. В этом доме так заведено. На базар ходят женщины. И никто не жалуется. Верно. А в нашем доме на базар ходит папа. И тоже никто не жалуется. Ты посмотри. Сейчас молодым палец в рот не клади. А с шестью невестками справилась, и на седьмую хватит сил. Я в этом не сомневаюсь. А вы знаете, как вас в Махале зовут? Как? А вы не обидитесь? Госплан у вас прозвали. Разве на это можно обижаться? В каждой семье должен быть свой госплан. Иначе будет не семья. Значит, да. Вот ты говоришь, молодые, молодые. Защищаешь их. А я в ее годы на своего мужа лишний раз боялась даже глаза поднять. А она ему допрос устраивает. Алло. Соте, закрой окно. Сейчас, мамочка. Что ты сказал? Здравствуйте, дядя Баки. Здравствуй, доченька. О, наконец-то! А, пришли, бабушкино сокровище. Это дедушка Баки. Ну-ка, иди ко мне, мой дорогой. Ну, сделали детям прививку. Ой, с большим трудом, мамочка. Всю поликлинику на ноги подняли. Не знала, куда деваться. Сарвар молодец, молчал. А девочки так ревели, ну, еле успокоила. Он не испугался, не заплачет. Настоящий мужчина, Сарвар. Мне известен еще один мужчина. Он может просидеть в большом казане целый день и не шевельнется. О ком ты говоришь? Да вот. Кто это? Есть тут один молодец. Вспомнил о нем случайно. Ой, мамочка, извините, меня отпустили с работы всего на полчаса. Ну, ладно, беги, беги. Спасибо, за детей, мамочка, не беспокойся. Спасибо, я пошла. Ах ты мой хороший, ах ты мой золотой. Да. Соте, позови Негору, пусть успокоит ребенка. Угу. Ой, 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 это нахалка выгнала меня. Она говорит, пусть ребенка нянчит тот, кто его родил. А почему она выключила телефон? Я ведь предупреждала ее, со мной шутки плохи. Если ты еще раз войдешь без спроса... Стой! А ты еще раз попробуй не прийти, когда я позову. Ну, успокой ребенка. Почему я? Я не могу. Как это не можешь? Ты мне говорила, что тебя всему научили дома. Ну, хватит. Не плачь, мой сладкий. Ну, успокойся. Не плачь, моя радость. Да. Успокойся. Мамочка, что она делает? Вы только посмотрите, а? Занимайся своим делом. Не вмешивайся. Она его уморит. Пусть учится. А-а-а-а. Не плачь. Не плачь. А-а-а-а-а-а. Что за женщины пошли? Не могут ребенка успокоить. Ух. Сарвар! Сарвар! Сарварчик! Смотри. О, видел? Вот так. Абаш! Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дедушка Баки. Как поживаете? Как себя чувствуете? Этот, как его, ревматизм вас не мучает? Ты видишь, Баки, какой у меня послушный, вежливый внук. Воспитанный, тихий, просто шелковый. Ты почему убежал из лагеря, а? Каждый год одно и то же. Мы куда тебя посылали, негодник, а? Может быть, в этом казане сидеть? Вы моя родная, любимая бабушка. И можете сколько хотите ругать меня, я все стерплю. Но зачем же при посторонних? Неудобно получается.
Вот как. Значит, неудобно. Отец вернется, мы во всем разберемся. Всем вам долгой жизни. И вы, мамочка, будьте живы и здоровы. Невестушки, кто из вас сегодня готовил ужин? Соте готовила. Под маминым началом. Тогда большое вам спасибо. Блинбай, а? Сыграем партию? Сегодня не могу, отчет-то мой взял. Надо кое-что пересчитать. Оскар, давай со мной. Только по-быстрому. Хорошо, пошли. Так. У тебя на уме одни шахматы. Пап, возьми ребенка. Лучше с ним поиграй. Иди. Он тебя сюда целый день ждал. Иди. Теперь я чувствую, что он меня целый день ждал. Угу. Пошли. А почему нашего Махкама не видно? У него совещание, он мне сказал, что вернется поздно. Какая уж тут работа. Целый день думал о тебе. Правда? Мама? Да? Опять сбежал? Аббас, в лагере, наверное, тебя все ищут? Не, я им оставил записку, что меня папа забрал. Кто? Я тебя забрал? Другого папы у меня нет. Так, что ты написал еще? Написал, что вы знаменитый артист. Зачем ты врешь? Разве я знаменитый? Зато вы добрый. Простим его. Пусть остается. Иди. Ура! Бабушка простила, я остаюсь! Не могу. В этом доме можно свихнуться. Мама, а вы помните меня маленьким? Я ведь тоже из лагеря убегал. Весь в тебя. Понял. Я все проконтролирую. Можно к тебе. Надоел ты мне. А что делать? Другого выхода нет. Дома не могу. На работе тем более. Вся надежда на тебя. У меня в кабинете через 10 минут оперативка начнется. Оскар. Войди в мое положение. Выручи. Ладно. Сержант Турсунов, зайдите ко мне. Слушаю, товарищ майор. Сержант Турсунов. У нас КПЗ свободно? Пока свободно. Припроводите товарища. Вашего брата? Выполняйте приказ. Слушаюсь, товарищ майор. Большое спасибо тебе. Я к ней забуду. Пошли, сержант, пошли. Разрешите идти? Идите. А то у меня обеденный перерыв скоро кончается. Скорее. Вам что-нибудь нужно? Спасибо, ничего не нужно. Закрывай дверь. Пожалуйста, проходите. Мамур Бабаев в театре. У него репетиция. Пошли. Товарищи, вы куда? А пропуск? Мы из Министерства культуры. Мамур! А? Безобразие! Почему в театре посторонние? Продолжайте. Вы что, не могли подождать? Слышали, как режиссер орал на меня? Да за ту зарплату, что ты получаешь, он не имеет права с тобой даже шепотом разговаривать. Дело есть. Понимаешь, в субботу нас пригласили на свадьбу. Будем играть. Он зав. Местным отделом. Я у него задаток взял. Я не пойду.
Брось ломаться, тебе дело предлагают. Не могу. Почему? Мама запретила. Тоже мне ребеночек. Мамы боится. Подожди. Ты его маму не знаешь, Фарман Биби. Если она захочет, весь город на ноги поставит. Послушай, Уренбай, ты уже второй год занимаешься этой чепухой. У тебя вырос хоть один волос. Подумаешь, лысина у него. А ты ведь не мальчик. Постой, а может, ты влюбился, а? Ах ты, Тихоня, а ну говори. Я ее знаю. Давай, признавайся. Она тебе известна. Имя? Башарат, моя жена. Не виляй, хватит. Ну, я тебя серьезно спрашиваю. Понимаешь, Оскар, странная произошла история. Весной, когда зацвел урюк, я почувствовал, вдруг что-то кольнуло. Наверное, стенокардия. Вот и я так сначала подумал. Пошел к врачу, говорит, здоров. Но мне-то от этого не легче. То плакать хочется, то смеяться. Решил я все рассказать жене. Она говорит, со мной то же самое было. В первые годы замужества. Это ты влюбился? А я говорю, в кого это я могу влюбиться? Если у меня никогда не хватало смелости не только подойти к чужой женщине, но даже посмотреть на нее. И тут она мне говорит, в меня ты влюбился. Представляешь, Оскар, в 56 лет влюбиться. Причем в собственную жену, которая к тебе равнодушна. Абсолютно равнодушно. А какие у тебя основания так думать? Сама призналась. То же самое с ней было после нашей свадьбы. Ну, сам посуди. Разве может женщина полюбить вот такого старого лысого мужчину? Ой. К ней в магазин приходят тысячи красавцев. Что я рядом с ними? Дорогой брат, если твое сердце еще раз ранит любовь, в любое время приходи. Для тебя камера открыта всегда. Миллион, миллион, миллион алых глаз. Видите, как вылетел? Все вам говорила? Невестушка, может, скажешь, куда ты собралась? А вы знаете, что советуют современные психологи женам? Для того, чтобы семья была прочной, надо каждый приход мужа с работы воспринимать как маленький праздник. Вот я и привела себя в надлежащий вид. А, вот как. И для мужа праздник хочешь устроить. Это ты ловко придумала. Сате, да? Принеси веник. Сейчас, мамочка. Пусть подметет. Нехорошо встречать праздник в неубранном дворе. Я не позволю командовать мной. Не имеете права. Я человек независимый. О, свои права ты хорошо знаешь. А вот про свои обязанности, голубушка, забыла. Нарядилась вот, а кто хозяйство будет вести? Твои психиатры об этом, небось, не написали. Ты не очень доверяй им, ученым-то своим. Сате, да, мам? Дай ей веник. Нет, мамочка, я боюсь, она опять меня укусит. Вот так лучше будет. А насчет прочности семьи я позабочусь. Что я вам скажу? Чтобы семья была прочной, знаете, что советуют психологи нам, современным женам, а? Нет. А я слышала, чтобы семья была... Подруги, о чем вы тут шепчетесь? О шпионах говорим. Посмотри, какая луна. Давай выйдем во двор. Только потихоньку, чтобы никого не разбудить.
Лутфи, ты спишь? А что мне еще остается делать? Ты взгляни на луну. Ты себя плохо чувствуешь? А с чего ты взяла? Просто хочу посидеть с тобой во дворе. Какая луна? Какой двор? Завтра рабочий день. Лутфи. Отстань. Какая удивительная тишина. Да. Ощущение, что мы с тобой одни во всем мире. В этом доме даже ночью нет покоя. Идем быстрей. Ой, ну что тебе в голову взбрело? Мне же не 20 лет. Какой такой серьезный разговор посреди ночи? Ой, подожди, не могу перелезть. Нога подвернулась. Ой. Ой, подожди, что спина? Тихо. Садись. Говори, я слушаю. Понимаешь, я, в общем, как дела на работе? Спасибо, хорошо. И ты для этого разбудил меня в полночь? Посмотри, какая прекрасная ночь. О, поют лягушки, слышишь? И мы с тобой будто одни во всем свете. Да не тяни. Скажи прямо. Наверное, кто-нибудь из родственников умер. А? С чего ты взяла? Типун тебе на язык. Признавайся, ты меня любишь или нет? Чего это вдруг? Ты же моя жена. Я твоя жена уже 20 лет. И ты меня никогда об этом не спрашивал. Отвечай на вопрос. Не буду. Не имеешь права. Имею. Почему это? Стесняюсь. Вот почему. Стесняешься, значит, любишь. А я весь день голову себе ломал и все думал. Любит она меня или не любит? Не нравится мне твой вид тут-то. Ну, видно, опять мало спал. Хватит, ребята, кончайте. Нашли над чем смеяться. Довольно. Бустан, куда ты пропала? Иду, иду. Сколько можно ждать? Ползешь, как черепаха. У меня столько дел накопилось в неделю. Прямо не знаю, с чего начать. Голова идет кругом. Отмечай сам в легком. Чуть не забыла. Когда встретимся? Только не опаздывай. Я тебе вечерком позвоню, хорошо? Договорились. Ну, ладно, Диля. Пока. Пока. Хикмат, слушаю вас. Сегодня ты свободен. Я, пожалуй, пешком пройдусь. Поезжай. Хорошо, до свидания. Давай. Пчелка мед принесла. Вот. Правильно? Правильно. Я свободен? Так точно. Вот артист. Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Вот, мама, 93 рубля. А где еще 5? А у нашего зав. Лаборатории день рождения завтра. По пятерке скинулись. Какое важное событие. Ладно, в следующий раз я ему подарок сделаю.
позвоню в партком и сообщу о ваших подношениях. Мама, я прошу вас, не делайте этого, опозорите меня перед товарищами. Это он мне должен делать подарки за то, что я ему такого аспиранта родила. Вот именно. Ты куда, Мухаё? А? Проходишь мимо, не замечаешь. Что с тобой? Ой, извините, здравствуйте. Здравствуйте. Задумалась. И обо всем забыла. Вот. А почему так много? Он алименты прислал. Я, мама, хотела купить велосипед сыну. Сколько раз я тебе говорила, не бери у него деньги. Этот подлец бросил ее с грудным ребенком. Мы сами вырастили мальчика и сами купим ему велосипед. Вот. Пойди на почту и отправь их. Не забудь принести мне квитанцию. Да. Удивительный вы все-таки человек. Такая есть. Уренбай, ты что, как пень стоишь? Иди к нам. Он получил очень много денег. И так отяжелел, что с места не может сдвинуться. Пропал Уренбай. Сейчас гром грянет и молния сверкнет. Здравствуйте. Здравствуй. Наверное, купил жене дорогой подарок, да? Молодец. Молодец. Женщинам нравятся такие мужчины. Но от твоей щедрости наш общий бюджет не должен страдать, мой дорогой сынок. Да. В конце месяца внесешь в нашу кассу все до копеечки. Обязательно, мама. Даю слово. Я взял сверхурочную работу и внесу долг. Наши порядки нарушать нельзя. Негора, ты получила стипендию? Получила. Но у меня на нее свои планы. Меня твои планы мало интересуют. Ты живешь не в безлюдной пустыне, а в большой семье. Наш дом, скорее всего, можно сравнить с перенаселенной коммунальной квартирой. Бери 40 рублей. Вот, полюбуйся. Негора, я тебя очень прошу, поживем хоть один день спокойно. Сколько можно терпеть? Мы ведь с тобой взрослые люди. Пойми, у нас с самого детства все общее, а ты к этому еще не привыкла. Я скорее умру, чем привыкну к вашему колхозу. Особенно с таким председателем. Негора, не забывай. Я в этом колхозе родился и вырос. Соте. Слушаю вас. Ты все пересчитала? Да. Вот, прибавь мою пенсию к общей сумме. Ого! Калиф Гарун аль-Рашид лопнул бы от зависти, увидев богатство вашей кассы. Вот ты все шутишь. А попробуй 35 человек одеть, обуть, накормить. Так-то. Соте. Да, мамочка. Долго возишься? Минутку. Запиши в книгу, сколько там получилось. Итого? Итого мне не надо. Без тебя знаю. Открой расходную книгу. Хорошо. Говорите, кому что нужно. Смелее, ну, не стесняйтесь. Не знаю, сказать, покупать самое необходимое. Ничего лишнего. Говорите. Ну, я вас слушаю. Мамочка, к нам на работу японскую кофточку принесли. Можно я куплю? Как принесли, так и унесут. У спекулянтов я не покупаю. Японские им подавай. А свои что, кусаются?
Удивляюсь я людям. Рассудок теряют, когда этот импорт видит. Кофта у тебя есть. Если запачкалась, попроси Соте. Она почистит в бензине. Будет как новенькая. Мама, я вчера письмо от сына получила. Туфли у него разорвались. Давайте пошлем ему 40 рублей. Соте, запиши в книгу. В Ленинград послать 40 рублей. Ой, спасибо. Ну-ну. Егора, а тебе что нужно? На свою стипендию я бы купила. Тушь, лак, карандаш, шампунь, довольно, крем. Довольно, пальцев не хватит. Теперь я понимаю. Мое желание лопнуло, как мыльный пузырь. Правильно. Всему свое время. Зачем тебе молодое лицо портить? А когда будет старое, зачем его красить? Это тебе за колхоз и за председателя. А, вот так-то будет лучше. Кто готовил ужин? Негора. Какой запах. А ты, оказывается, здорово готовишь. Замечательный шурпа. Ешь, Бахи. Спасибо. Ешь. Склероз. Проклятый. Извините, будку забыл закрыть. Подождите, дядя Ваки. Я вас провожу. И я с вами. Я тоже провожу. Куда вы? Что с вами происходит? Куда вас понесло? Да, сплю. Тухта, милый, давай уйдем отсюда. Я так больше не могу. Потерпи. Как можно такое терпеть? Ах ты, негодяй! Стой, куда ты? Стой, я тебе сказала! Ох, ты негодный! Мама, что вы делаете? Цветы даришь машинистке, да? Мама, вот как сладкую жизнь себе устроил. Я не жена! Я ведь молчать не буду! Погоди, вот тебе, негодяй! Я больше не буду! Вот тебе! Отпусти! Отпусти, я тебе сказала! Мою фамилию позоришь, да? Чтоб тебе провалиться на этом месте! Бесстыдь! Нет, в этом доме жить невозможно. Мое терпение лопнуло. Знай, теперь я буду бороться. Махкам, что у тебя с головой? Упал. А, это ты, наверное, на совещание упал. Хватит кривляться. Не узнаю свою женушку. Сегодня ты выглядишь просто замечательно. И вы, муженек, словно солнце сияете. Повторяйте за мной. Движение бедрами. Показываю. Свободнее. Нет, нет, не так. Что вы сгорбились, как старухи? Вы приведите... Разверните плечи. Чувствуйте музыку. Ну, вот так. Хорошо. Эй, ты что? Ой. Ну,
Ой, мамочка, я ни в чем не виновата. Они меня выгнали со двора, а сами такое вытворяют. Ну поглядите. Что ты мелешь? Успокойся. Поглядите. Сами убедитесь. Прекратите! Вы что? Ты же! Откуда эта напасть свалилась на мою несчастную голову? Во что вы превратили почтенный дом, а? Бедная земля! Хорошо, что ты не дожил до этого дня! Кто? Кто из вас придумал это? А? Отвечайте, я вас спрашиваю! Я придумала! Все правильно, мамочка! Вначале она сама переоделась, а затем она уговорила их переодеться. Включила музыку. Такое светопредставление началось. Вот так, смотрите. Сотте! Так, теперь мне ясно, кто здесь воду мутит. Одна паршивая овца все стадо портит. А что я такого сделала? Впустила в дом немного свежего воздуха. Они имеют право на культурный отдых? Негора правильно говорит? Да, верно. Мама, здесь все свои, посторонних нет. А, вот как оправдание нашли. Ловко. Пожалуйста, прошу вас. Покажите ваши выкрутасы. Соте, я. А ну заведи эту штуку. Сейчас. Что замерли, а? Аршин проглотили, что ли? Когда вам надо, вы за словом в карман не лезете. Башарат, Лутфи, танцуйте! Чего стоишь? Ты же смелее всех. Покажи нам свои художества. Ну, что стоите? Танцуйте, а? Чего же вы? Чем надеть чужую одежду, подумай, к лицу ли она тебе. Так говорят в народе. Мама, а мне подходит? М? Подходит. Но меня это мало радует. Не такой я хотела видеть жену моего сына. Не можете простить сыну, что он женился без вашего согласия? Думаете, я глупая и не знаю, что вы с самого начала не возлюбили меня? Ты сказала, что думала? Я отвечу тем же. Яйца курицу не учат. Спасибо, мама. Пойду поработаю. Каким? Пойдем сыграем, мама. Играться хочешь? Опять пошли. А какой счет у нас? Перед ты в мою пользу. Налей мне. Учу я тебя, учу, никакого толку. Значит, учитель бестолковый. Да? Вот посмотрим, кто кого обыграет. Начинаем. Ходи, ходи. Сюда нельзя, тут забито. Ты что? Да. Три, два. Три, два. Три, четыре. Вот так. Что-нибудь случилось, Тухта? Почему ты такой грустный? А с чего веселиться? Живу между двух огней. Слушай, да перестань ты себя терзать. Кто такая его жена Негора? Молодая, необъезженная лошадка. А как только накинет мама на нее уздечку,
Все будет в полном порядке. И если помните, так было и с моей Сати. А теперь у мамы в премьер-министры ходит. А? Понял, учись. А, Камил правильно говорит. Ты еще не знаешь нашу маму. Если впустить ее в клетку с тигром, то через 5 минут он встанет на задние лапки и будет ей заваривать зеленый чай. Странный ты человек. Все время говоришь о чае. Что, кроме него на свете нет других напитков? Да, действительно. Послушай, Хаким, скажи мне, как медицина относится к малым дозам спиртного, к самым малым? К малым дозам спиртного она относится терпимо, но вот вопрос, где его взять? Коньяк расширяет сосуды. Ну, в нашем доме сухой закон. Подожди, предоставьте это мне. Все заботы беру на себя. Тебе я уверен. Я не подведу. Посмотри, кто. Мама, вас спрашивают. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, милости просим. Вы хотите мне что-то сказать? Вам нужна моя помощь, говорите прямо, я вас слушаю. Да. В ваш дом меня привела черная зависть недостойных людей, уважаемая. Мой единственный сын до недавнего времени работал в торговле. Чужое имя. Запачкать нетрудно. Нашли злые языки, его оклеветали, и сейчас мой мальчик находится под следствием. Не беспокойтесь. Наше государство рассудит справедливо. Следствие ведет ваш сын, Оскар. Не могли бы вы его попросить найти способ замять дело? Это бы нас с вами породнило. Я сумею отблагодарить, ничего не пожалею. И сколько вы за это предлагаете? Вы чуткая женщина. Сразу поняли. Говорите, говорите, не бойтесь, она своя. 5000. А после освобождения еще 10. Значит, всего 15000. Да. Ладно, хорошо. Но вот пойдет ли мой сын на это? Вы мать, ваше слово закон. Это мы проверим. Да. Сате, позови-ка братьев. Сейчас. Оскар, мужчины, идите сюда. Вас мама... Идите, мама зовет. Зря стараешься, все равно. Оскар, сынок. Да, мама. Вот эта женщина предлагает нам 15000, если ты освободишь ее сына. Прошу тебя, помоги ей. Вы шутите, мама. С чего ты взял? Просто мне хочется знать, выполнишь ты мою просьбу или нет. Я готов выполнить вашу любую просьбу, мама. Но эту нет. Другого я и не ждала. Молодец. Спасибо. Извините. Сами видите. Ничем не могу помочь. Пятнадцать тысяч. Я больше 300 рублей в руках не держал. А ты начни воровать, и у тебя будут деньги. А сейчас и воровать не обязательно. Люди дают добровольно. Как это? Да вот на днях приходит бывший больной и сует мне деньги в карман. Я говорю, подождите, что вы делаете? Зачем? А он отвечает, это за операцию, доктор, которую вы сделали. И ты взял. А знаешь, что я ему ответил? Ты смотри, что делает, а? У вас слишком крупные деньги. Ну вот что, ложитесь на стол, я вам еще что-нибудь вырежу. У меня, извините, нет сдачи. Здорово сказано. А вот и я. Мат-волшебник. Аллей! Молодец. Ребята, ребята, послушайте. Что? Послушайте меня. Что? Может, не надо? Мама узнает, скандал будет. Ниже. Неси. Мама. Опять за свое. Одевайся. Сейчас. Ну, я тебе покажу, дорогой мой сынок. Гей, ты рабан!
Жди меня у машины. У него удивительно приятный голос. Человек, он одаренный. Техники, правда, маловато. Но это дело поправимое. Надо будет пригласить послушать. Как его фамилия? Мамур Бабаев. Извините. А мне хотелось бы узнать вашу фамилию. Шарипов. А, Хусаджан Шарипов. Я часто вижу вас по телевизору. Да. На всякий случай запомните и мое имя. Меня зовут Фарман Биби. Фарман Биби? Да. Простите, пожалуйста, нет, проходите. Нет, спасибо, спасибо. Садитесь. Сидите, сидите. Не беспокойтесь. Мама, подожди. Мама! Договорились? Я согласна. Незачем откладывать. А-а-а. Давно пора. Да, конечно. Чего молчишь? Негора, мы же договорились. Сама все затеяла. Отвечай. А теперь норовишь в кусты, да? Нет. Я думаю, делать это в отсутствии мамы непорядочно. Непорядочно. Хорошенькое дело. Выдумала. Ты соображаешь, что говоришь? В ее присутствии мы и рта не посмеем открыть. Да. Надо ковать железо, пока горячо. Как можно? Но больше откладывать нельзя. Сейчас самое подходящее время. Если ты сейчас же не скажешь мужчинам, мы с тобой разговаривать перестанем. Не перестанем. Ах так? Зовите мужчин. Мама, поверьте мне, я не из-за денег хожу. Я без песни жить не могу. Вы можете это понять. На радио не зовут, на телевидении тем более. Что мне остается делать? Вот и приходится ходить на эти свадьбы. Я скажу, где тебе петь. Фамилия Шарипов. Тебе ни о чем не говорит? Шарипов? Да. Его все знают. Он руководитель известного ансамбля. Да. Так вот, завтра поедешь к нему и скажешь, что прислала тебя я, Фарман Биби. Хорошо. Все, чек-причен, мамка. Поехали. И чтоб ноги твоей больше не было на свадьбе. Хорошо, мамочка, не будет. Договорились? Не волнуйся. Они идут. Всех позвала? Ага. Что случилось? В чем дело? А? Зачем звали? Что за шум, а драки нет? А, все общество в сборе. Уважаемые мужчины, мы, женщины, пришли к выводу, что больше так продолжаться не может, поэтому мы вынуждены бороться за свои права. Для этого нами намечена программа совместных действий. Скажи, Негора, не одна, а две. Да, программа минимум и программа максимум. О, женщины Востока берут власть в свои руки. Этого скакуна не так просто обуздать. Сочувствую тебе, Тухта. Да. Программа минимум. С завтрашнего дня каждая семья будет жить отдельно. И все вопросы, в том числе экономические, будут решаться самостоятельно. Угу. А теперь программа максимум. Завтра же мы идем в горсовет и просим дать нам отдельные квартиры. Мама, мамочка, по-моему, они совсем свихнулись. Кто его знает? Возможно, они и правы.
Мама! Мама! Мамочка! Мама! Башарат, мамы нигде нет. Что? Не может быть. Да. Ты была в ее комнате? Заходила. Ой, Лутфи, мама исчезла. Вот беда. Куда же она делась? Непонятно. Такого не было. Что случилось? Вот мама нигде нет. Мамы вообще нет. Что происходит? Почему шумите? Ничего не понимаю. А может, на базар пошла? На базар? А что ей там делать? Она одна не ходит, вон и бегает. Скорее всего, она пошла к соседям. Правильно. Она иногда в семье там была. А что случилось? Что случилось? Папа! Что? Бабушка уехала. Как? Вот это номер. Уехала. Она тебе сказала, куда? Да, утром она зашла ко мне, поцеловала, попрощалась и сказала, уезжает к внуку. Ничего не понимаю. А почему нас не предупредила? Соте, неужели так трудно принести нам чай? У меня не 10 рук. Вот, до чего мы дожили. Да, да, да. Угу. Соломон ушел, и дивы вышли из повиновения. Умный ты человек. Петух орет, как заведенный. Мухая, мухая, не могу понять, ты что, глухая? Сделай чуть-чуть потише, у меня перепонки лопаются, дорогая. А мне в самый раз, я люблю такую громкость. Ты стала слишком разговорчивой, голос подаешь? Ой, не гора. Сначала нужно растопить масло, а потом уже положить лук. И без вас знаю. Лучше смотрите за своей керосинкой. Вся копоть в мою сковородку летит. А думаешь? Оскар! Оскар, скажи маме, чтобы сегодня же немедленно вылетала домой. Алло, алло! Алло! Алло, алло! Что? Безобразие. Вот видите, без мамы даже телефон не работает. Как мне надоела эта птица. Здравствуй, Баки. А, Арман Биби, здравствуйте. Заходите, заходите, присаживайтесь. Что нового в мире? Все по-старому. А куда это вы собрались, уважаемая? Случилось что-нибудь? Хаким! Да, дорогая? Пошли. Иду. Мамур, помоги мне. С удовольствием. Сате! Ау! А ты собираешься меня кормить? Тухта! Куренбай! Иду, иду, лапочка! Ну, давай, 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 скажи. Идемте к нам, вместе пообедаем. А у вас сегодня манты? Да. Оскар, пошли, манты остынут. Горячо, наверное? Да. Минуту не можешь подождать. Так, что у тебя там? Что приготовил, то и будешь есть. Ну ладно, ладно. Вечно ты ворчишь. Сколько можно тебя звать? Иду, иду, Башарат. Аббас, иди кушать. Без бабушки обедать не буду. Он меня не слушается. Вот упрямый. Позови его сам. Аббас, особого приглашения ждешь? Сказал, не буду обедать, значит, не буду. Тебе повезло, уста Баки. Живешь.
Работаешь понемножку и завод не знаешь. Говорите, мне повезло. Будь проклято, мое одиночество. Дети – это радость жизни. Вот почему я так часто приходил к вам. Хотелось развеять печаль. Закрывай свою будку. Проводи меня, Баки. Что? Все-таки решили уехать? Вначале хотела, обида во мне кипела. А в аэропорт приехала, передумала. Совесть во мне заговорила, и мне стыдно стало. Вот ты сам посуди, разве справедливо обижаться нам, матерям, на своих детей? Ну что, пойдешь со мной? Куда, Фарман-Биби? В горсовет пойдем. Буду просить отдельные квартиры для сыновей. Мудро. Махая, помой мою посуду. Я пойду ребенка кормить. А почему я? Вот попроси, Людфи. Эгоистка. Что? Может, вам и белье постирать? Я вам не служанка, я, между прочим, старше вас. Не старше, а старая. Ах ты, шпионка проклятая! Это я шпионка! Мне я такие слова! Шпионка! Вы что, белины объелись? Она меня оскорбила, назвала старухой. А ну, повтори, что ты мне сказал? Что? И повтори, молчи. Повтори, шпионка! Да, повтори! Оскар! Прошу тебя, успокой свою жену! Это ты угомони свою. Она первая начала. Нет. Нет. Первая начала жена Мамура. Ничего я не начала. Моя Михри попросила ее помочь, как человека. А что она мне ответила? Эй, Хаким, ловко ты повернул. Выходит, моя жена не человек? Погодите, погодите. Можно мне сказать? А ты вообще помолчи. Если по-честному, то все началось из-за твоей спортсменки. Совершенно верно. А вы тоже хороши, мужчины называются. Развесили уши и пошли на поводу у своих жен. Позор. Ты мужчина? Да. А мы, выходит, нет. Выходит, так. Я тебе сейчас покажу, кто из вас мужчина. Помогите, моего мужа убивают. Прекратите. Сейчас же ты своего мужа выносишь, я себя не ручаюсь. Бабушка, бабушка пришла. Моя бабушка. Бабушка, бабушка вернулась. Поздравляю вас, дети мои. Я была в горсовете, скоро вы получите квартиру. А пока ничего не поделаешь, будем жить вместе. Вот здорово, и все будет по-прежнему, мамочка. А я всегда...